Юные хоккеисты «Полюса» за последние несколько лет уже стали этакими звездами молодежного хоккея в городе. Еще в июне этого года спортсмены закрыли сезон. Летом кто-то отдыхал, а кто-то продолжал работать над собой. Но собрало всех снова по традиции начало осени, время, когда дети на домашней площадке начинают плотную работу по подготовке к новому хоккейному году. У нас с октября начинается открытая первенство города Владивостока, юношеская хоккейная лига, в которой будут принимать участие 10 наших команд. Затем у нас в планах принять участие в соревнованиях городских и краевых «Золотая шайба». И поставлена задача двум составам нашим пробиться во всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба», которые проводятся в Сочи. Ко всем этим соревнованиям готовится и один из выдающихся составов «Полюса» – ребята 2006 года рождения. К слову, именно эта команда в прошлом сезоне стала первой в юношеской хоккейной лиге. Более того, коллектив обыграл всех на городских и краевых соревнованиях «Золотая шайба» и был на всероссийском финале. Руководит ребятами Андрей Шутов. Говорит, что хоть на льду спортсмены и показывают результат, выстраивать дисциплину все равно приходится каждый день. Ребенок, трудно заставить, То есть все время должно быть такое... Такая воспитательная, давай. Ну, вот такое что-то. Ну и, конечно, бывает, что и ругаем из тренировки, вот как сегодня, мальчишек выгнали, это потому что какие-то драки непонятные, что-то какая-то дележка, или невыполнение задания, конечно. Кстати, Андрей Павлович провел тренировку, так сказать, в открытую. Прийти и посмотреть на профессиональное обучение детей мог любой желающий. Спортивный клуб «Полюс» собирается сделать такие показательные тренировки традиционными. Это пойдет на пользу, в первую очередь, самому наставнику. Мы у себя в клубе решили в этом году сделать такую программу, когда каждый тренер в течение сезона мог бы 1-2 раза провести такие тренировки. Причем как на льду, так и в зале СВП-ФП. Я думаю, что мы и в фигурном катании на коньках то же самое начнем делать. Ну вот пока начали с хоккея. Ну а пока хоккеисты «Полюса» готовятся к старту чемпионата ЮХЛ. В юношеских соревнованиях владивостокской команде придется как проводить игры на выезде, так и принимать у себя на площадке молодые коллективы со всего края. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на 8.